Добрый день! Сегодня мы с вами узнаем чуть больше о герое Советского Союза Павле Михайловиче Кутепове. Родился он 2 октября, русский член КПСС 1938 года. Жил в станице Советская Краснодарского края. Работал помощником секретаря Советского райкома партии. В Советской армии с 1931 года. В 1941 году звание Героя Советского Союза присвоено ему 3 июня. Взвод советских солдат бесшумно продвигался по лесу, где-то впереди враг. Его нужно было обнаружить. Это было первое задание молодого командира Кутепова. Он напряженно всматривается в лесную чащу, но ничего подозрительного не замечает. Вдруг раздается выстрел. Это немецкий снайпер «Кукушка». Последовала команда ручному пулемету обстрелять дерево широкой кроны. Прогремела очередь, из дерева, ломая ветки, свалилось тело фашиста. Это было первое боевое крещение для Кутепова. Ведь дальше пошла фронтовая жизнь, полная тревог и опасностей. Отличился Кутепов и в уличных боях за овладение Херсоном. Город полностью освобожден 13 марта 1944. В июне 1944 командующий войсками 3-го Украинского фронта генерал армии Малиновский прикрепил к груди капитана Кутепова орден Ленина и золотую звезду Героя Советского Союза. Мы должны таких героев помнить всегда и передавать память о них из поколения в поколение.